Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как сломать барьер в отношениях с людьми? Когда я нахожусь в каком-либо обществе, я всегда напряжена. Из-за этого нет контроля, я теряюсь. Еще я начинаю ущемляться сама себя, а других ставлю превыше. Что вот так я не смогу, я совсем не такая, у меня не так. Я стараюсь замечать эти мысли, но потом вновь возвращаюсь к ним. Начинаю себя гнобить, и, конечно, меня легко сломать и легко задеть. Я не знаю, откуда это исходит и для чего, но у меня не получается пока по-другому. Что с этим делать? Мне это мешает заниматься тем, чем я хочу. Пением оно занимает меня, я хочу чувствовать свободу и легкость в любых своих начинаниях, чтобы я не сдавалась при малейшей неудаче или ошибке. Спасибо большое. Ну, самый лучший способ, вообще говоря, это вам, конечно, пойти на психотерапию, потому что даже в своем таком небольшом тексте вы, к сожалению, написали несколько, ну, довольно противоречивых моментов, вот, в частности, связанных с тем, что вначале вы пишете про то, как сломать барьер в отношениях с людьми, а дальше вы пишете о том, что себя гнобите и других ставите превыше себя, и вот вас меня легко задеть, легко сломать. Вот, что с этим делать, спрашиваете вы, с чем делать. Вот. То есть пойти на психотерапию, сформулировать запрос, вот, и уже над ним работать. Смотрите, как мне думается, что вас достаточно много энергии, достаточно много силы, достаточно много ресурсов. Я думаю, что есть у вас и любовь. В принципе. Ну, я так думаю, что любовь у вас есть. Вот. Ну. А у вас идет, как мне кажется, очень сильная, очень мощная непринятие себя. То есть очень сильно, очень мощно вы себя не принимаете. Вы себя обесцениваете очень сильно. Вот. А с чем это связано? Ну, конечно, это связано в первую очередь с опытом вашим. Вот. Это связано с детством. Откуда это идет? Это идет из детства. Ну, в данном случае. Вот. И, соответственно, ну, работать, на мой взгляд, нужно в первую очередь с этим. Именно с этим. То есть работать нужно именно с, ну, с детскими впечатлениями, с детскими переживаниями. Вот, с детским опытом, вот, это поможет вам, позволит вам прожить определенные чувства, которые у вас, ну, есть, да, и, значит, позволит вам испытать другие чувства, другие эмоции, другие переживания, которые сейчас вам недоступны, к сожалению. Вот. А дальше. Вы очень сильно зависите от оценки
ну, других людей. Очень сильно зависит от оценки других людей. За счет чего? За счет того, что не слышите себя. За счет того, что сравниваете себя с другими же людьми. Вот. И это вам очень сильно мешает. Вот. Опять же, можно и нужно здесь с этим работать, чтобы вы больше внимания уделяли себе, больше внимания уделяли своим переживаниям. Вот. Ну и ключевой вопрос, который здесь можно задать, заключается в следующем. Ключевой момент. Вот. Ну, ключевой аспект. Здесь заключается в следующем. Значит, вы говорите о том, что хотите петь. Ну, вы об этом прямо говорите. Вот попробуйте для себя убедить, что такое для вас пение. Ну, прямо, буквально, что такое для вас пение, что оно из себя представляет. Вот, что вы хотите этим пением? Пением, не знаю, сказать, выразить, дать понять. Вот. То есть, вот, что же такое вы хотите выразить этим пением? Вот, вот ваша задача увидеть, что это такое. Увидеть, что вы хотите выразить пением. И, собственно, выражать, не глядя на других людей, не думая о других людях, не думая о том, как они там к вам отнесутся и так далее. Вот. Просто делая то, что вам вот, ну, нравится, то, что вот вам хочется делать, да, например. И все, в принципе. Вот. Но для этого, для того, чтобы это стало возможно, необходимо что? Чтобы вы, во-первых, начали прислушиваться к себе. А во-вторых, чтобы вы получали обратную связь от людей относительно себя. То есть сейчас у вас нет представления о себе, нет понимания, нет понимания того, какая вы. У вас нет этого сейчас. Вы не знаете, какая вы. Вам необходимо набирать опыт. Вам необходимо набирать опыт. Опыт того, какая вы. Опыт того, что вы себя представляете. Вот. А у вас этого опыта нет. Ну, опять же, психолог может вам в этом помочь. То есть психолог может помочь вам этот опыт увидеть, этот опыт как-то, ну, прочувствовать, да, этот опыт получить. Вот. Это несложно. Это, ну, можно сделать. Вот. И самое главное, вы будете формировать цельный образ себя. Вот. Сейчас этого цельного образа у вас нет. Это понятно. Ну нет. Нет, потому что, ну вот, с людьми вы не взаимодействуете. На таком уровне. Собственно, это ответ на ваш вопрос о том, что сделать, чтобы сломать барьер. Обозначить свои чувства и выражать эти чувства людям. Вот.
выражая чувства людям, вы как раз таки сможете сломать барьер между вами и ими, потому что вас будут слышать, выражая свои чувства, то, что вам, ну, то, что вам важно, то, что вам ценно. Вот. А получая обратную связь, вот, получая обратную связь от людей в ответ на ваше чувство, вы будете создавать тот самый вот цельный образ себя, которого у вас сейчас нет. Вот и все. Вот и вся история здесь, по сути. Вот. Но это делается только на психотерапии. А что можно сделать сейчас? Да, вот прямо сейчас, что можно сделать? А прямо сейчас можно попробовать увидеть, что для вас пение. Ну, то есть просто вот что такое для вас пение, что оно из себя представляет, какое значение имеет пение для вас. Вот. Если вы сможете это сделать, вот, хотя бы вот от этого, ну, оттолкнуться того, что для вас пение, вот, то это уже будет большой шаг вперед для вас и большое продвижение, большой прогресс это будет. Вот. Потому что сейчас, ну, понятное дело, что вы как-то вот находитесь, ну, в постоянной борьбе. Вот. Постоянная борьба с людьми, да, постоянная борьба за свою целостность и так далее. Так это выглядит, по крайней мере. Дальше. Вы говорите о том, что вас легко задеть, вы говорите о том, что вас легко, сломать. Вот. Вследствие чего легко это сделать? Вследствие чего легко это провернуть? Вследствие того, что вы верите людям. Вы очень сильно верите людям. Вот. Ну, возникает вопрос, да? А как так получилось, да? Что вы верите людям? Почему вы им верите? То есть вы не привыкли подвергаться сомнению, например. Вот. То, что они говорят. Ну, люди, в смысле. Вот. Почему не привыкли? Ну, просто почему? Ну, вот, вас, вероятно, приучили с детства как-то вот безоговорочно верить окружающим. Тому, что окружающие вот говорят. Может быть, кто-то из ваших близких, родных так вас, ну, воспитал, приучил. Не важно. Важно то, что вот вы людям очень легко верите. А в глубине души у вас есть мысль о том, что вы какая-то не такая. Что с вами что-то не так. Почему не так? Из-за чего не так? Что с вами не так? Не я. Но не так. Вот тоже тут надо разобраться, что это такое. Вот что это такое, вот что это за, ну, не так, вот не так это как. Да, то есть, ну, понимаете, какая штука происходит. Ну, вот. Свобода.
если мы говорим о свободе. Что есть свобода? В данном случае свобода — это отсутствие ограничений. То есть когда вы не ограничиваете себя ни внутренним цензором, ни внешним цензором. Вот. Внутренний и внешний цензор, ну, по сути, он только один, это внутренний цензор ваш. Вот. Значит, ваша задача увидеть, что это за цензор. Вот. И научиться с ним как-то вот вести диалог, да, научиться с ним, ну, грубо говоря, жить. Вот. А сейчас вы, опять же, этого делать не умеете, не привыкли. Вот. Ну, можно вас этому научить, конечно. Вот. Как-никак, мне кажется, вам достаточно просто такой небольшой толчок дать. И, на мой взгляд, вы сами все прекрасно сделаете. Вот, на мой взгляд, сами вы прекрасно справитесь, сами вы прекрасно пойдете по жизни. Вот, просто вам не хватает вот, ну, какого-то, знаете, толчка. Вот. Опять же, это может сделать психолог. Вот. Да, ну, посредством индивидуальной работы. Это можно будет, ну, совершить. Вот. Это вот как-то так, я думаю. Но без внутреннего прочувствования того, что для вас такое пение, вот. То есть пока вы не увидите для себя, что такое пение, вот, что оно для вас значит, да. Вот, ну, какое значение оно для вас имеет. Вот. Я думаю, что вы будете сталкиваться с проблемами. Вот, я думаю, что вы будете сталкиваться с серьезными проблемами. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать. Позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Удачи вам. Обращайтесь.